пастель, сухая масляная краска, гуашь. В студии декоративно-прикладного искусства «Малевич» дети экспериментируют с разными техниками рисования. На что хватит фантазии, а она у ребят бурная. Используют даже нетрадиционные приемы. Многие ходят сюда с момента открытия, около 2 лет. Самой юной художнице 4 года, а в основном здесь занимаются учащиеся младших классов. Я сюда хожу, мне очень здесь нравится. Мне нравится рисовать, потому что можно вообразить все, что ты хочешь. Можешь нарисовать лошадь, еще кого-то, кого угодно. А кого больше всего или что любишь рисовать? Ну, так как я люблю лошадей, то я люблю рисовать их. Бывает, руководитель студии Наталья Иштуганова сама задает тему урока. Но чаще всего дети включают свою фантазию и рисуют то, что им хочется. Так получилось и в этот раз. Одних вдохновила осень, и они изображали тыковки. Другие отдали предпочтение мультгероям-миньонам. Мне кажется, что вот у них фантазия разрабатывается и моторика все-таки. Моторика рук для же маленьким, это вот у них прямо фантазия у маленьких работает очень хорошо, и мне очень даже нравится. За 2 года работы воспитанникам студии удалось добиться неплохих результатов. Ребята участвуют в районных, областных и федеральных конкурсах, завоевывают призовые места. Буквально на днях пришли дипломы с одного из общероссийских конкурсов изобразительного искусства, в котором они участвовали дистанционно. Ребят, всех поздравляю, вы у меня молодцы. Один из призеров – Артем Зиненко, единственный мальчик в группе. Рисованием стал заниматься летом. Помимо из-за студии посещает еще ряд кружков, но только сюда всегда идет с большим желанием. Целое лето мы ходили все дни. А так как уже начался учебный год, мы только по средам и по пятницам можем приходить. Он с удовольствием после школы, представьте себе, после школы приходит уставший, бегом. Хочет, любит. В планах у руководителя студии декоративно-прикладного искусства и рисования «Малевич» начать выбираться из стен помещения на улицу, чтобы работать на пленэре, изображать природу в естественных условиях. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.